Гидравлические испытания начнутся в Хабаровске на следующей неделе. Сразу после праздников без горячей воды останутся жители домов, расположенных в зоне обслуживания ТЭЦ-2. Проверять магистральные трубопроводы на прочность будут с 11 до 13 мая. После этого ТЭЦ-2 вновь начнет подавать горячую воду. В домах она появится позже. Под первое отключение горячей воды попадают кировские центральные районы Хабаровска, а также часть индустриального. Следующее испытание начнет ТЭЦ-1 с 13 по 15 мая. Горячей воды не будет в домах железнодорожного, индустриального и части центрального районов. Во время гидравлических испытаний в трубы тепловых сетей вода подается под повышенным давлением. Это позволяет выявить слабые места в водоводах и провести ремонт до наступления холодов.